Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников семейных стартов, которые прошли в Новоивановском. Этой традиции уже 10 лет родители с удовольствием провели со своими чадами выходной день. Взрослые дети с большим азартом соревновались в разных эстафетах. Единороссы, открывая состязание, пожелали всем победы и, конечно, хорошего настроения. А в завершении вручили грамоты, медали и подарки от партии.